Система Сергея Михайловича Бубновского работает более 30 лет. Работает плодотворно и работает на основе лицензий, патентов, сертификатов и свидетельств. Лечение производится в декомпрессионном характере, то есть пациенты находятся либо лежа, либо сидя, и, соответственно, осевой нагрузкой ни на сустав, ни на позвоночник нет. И это позволяет лечить очень многие заболевания, такие как артриты, артрозы, остеохондрозы, грыжи межпозвонкового диска. На самом-то деле идет подготовка и для эндопротезирования, и постоперационной реабилитации. Процесс, пусть и длительный, он может занимать от 3 месяцев до полугода. Для того, чтобы получить положительный результат щадящим, более спокойным методом, не вызывая каких-либо отягощений для самого пациента. Притом при этом здесь очень много комплексов, которые позволяют получить стабильный, хороший, положительный результат для многих заболеваний и внутренних органов. Постинсультные, постинфарктные, проблемы, связанные с аритмией, то есть даже пациенты с кардиостимуляторами после стентирования и шунтирования проходят у нас реабилитацию, восстановление и получают свой положительный результат. На самом-то деле система Сергея Михайловича Бубновского распространена по всей стране. Но санаторий Лениногорский одним из самых первых в 2011 году воспользовался этой методой. Он создал этот санаторий симбиоз лечения физиопроцедурами с лечебной физкультурой. То есть одно дополняет другое. Потому что Сергей Михайлович Бубновский, он считает, что лечение лекарственными препаратами, то есть не позволит человеку вылечиться от проблем, связанных с костно-мышечной системой. Он считает, что на самом деле только работа мышц позволит напитать кости, хрящи и связки необходимым материалом для переустройства, для регенерации, для восстановления, чего, в общем-то, и добиваются наши пациенты с очень хорошими результатами, очень стабильными результатами. То есть это как раз то, чем мы занимаемся.